Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 января мы с вами находимся в городе Mountain View на большой такой плазе торговой, фундаментальным элементом которой является магазин «Костка». Вот вы на него сейчас смотрите. Тут что-то страшное сегодня с паркингом. Американцы, можно сказать, застоялись вот за пару дней праздничных со своим шопингом, а может быть, съели все. И так вот они сюда, значит, пробиваются, запарковаться трудно. По давно сложившемуся негласному соглашению между водителями место на парковке можно отвоевывать монтировкой, но нельзя применять огнестрельное оружие. Поэтому тут вот, если что, только стекла битые, а так стрельбы нет. Своими экранами тут телевизоры сверкают. Надо сказать, что когда смотришь на вот эти вот 4K телевизоры, вот это как бы последний писк, конечно, совершенно невероятное ощущение возникает. Да. Вот в этой части магазина вы видите зеленые этикетки. И вот там написано там органическое, что там, вот они тут, сырки там и так далее. Вот то, что зеленое, это органика. Эта часть органическая, а не органическая, будет с беленькими этими стикерами. Пылесос, как бы сам себе пылесос. Вот его демонстрируем, как он ходит и пылесосит. Сколько стоит, интересно? $400 стоит. Здесь книги продают в Костке, здесь на самом деле очень хорошие цены. И вот по $14, вот, пожалуйста, смотрите, какие у нас тут книжечки интересные. И Гомер, и братья Гримм, и Илиада, Одиссея. Так, окей. И Стивенсон у нас тут. Да, ну и вообще много разных других книжек тоже. Здесь книжки дешевые. Вот такими пачками здоровенными продаются книжки. Наша внучка Саша. Вот, Свет, за сколько Саша прочитает вот эту пачку? Ну, послушай, она же к нам не каждый день приходит. Ну да, мы держим ее дома, она когда к нам приходит. А так, в принципе, она дома. Читает, я по идее, на недельку, может быть, там, может, максимум на две хватило бы этой пачки. Вот они продают пачками. Так, ну покажи вот с той стороны, Свет. Покажи с той стороны. Сколько там книг? 4. Но эти уже потолще. Эти потолще, поэтому это для более старших детей. Вот, друзья, то, что вы видите слева за $1899, это портвейн. Ему 150 лет, он португальский, 750 миллилитров. Ну вот, явно на любителя вещь. Вообще, Костка не магазин экзотики, но вот сегодня мы видим экзотику. За 1200 долларов бутылка шампанского, за 400. Ну и вот эти вот французские, они за 120, тут уже с посудой. Такой наборчик как бы идет. Свет, да какой бы ни был объем, хоть ведро, понимаешь? $2000 это прилично очень. Нельзя сказать, что в магазине как-то особенно многолюдно. Что скажешь, Свет? Многолюдно? Ну, хорошо. Вот. Просто судя по паркингу, казалось, что должна быть давка внутри. Давки нет. А это холодильник. Такой большой, серьезный, там много всего лежит. И там прохладненько, могу вам точно сказать. В заповедных уголках Костка мы с вами встречаем туалетную бумагу и бумажные полотенца. Собственно, мы как раз за этим сюда зашли сегодня. Я вам скажу, вроде первый рабочий день нового 2015 года, а ощущение такое, что никуда не уходил из магазина Костка. Все то же самое. Вот те же бренды, те же пачки. Так, а сзади у нас напитки. Вот, у меня за спиной. Вот такой ящик, 36 баночек доктора Пеппера, стоит десятку. Понятно. То же самое с Diet Pepsi. 36 12-унцевых баночек. И здесь десятка. Что дает, что не дает. А, Mountain Dew. А эти еще дешевле, да? Или что тут?
Нет, Diet Pepsi. Diet Pepsi 36 баночек, вот они. Почему-то $8, не знаю. Подешевле. В Костко, друзья, нету складов. То есть, может быть, есть такой, как бы на всех, где-нибудь далеко на выезде. А то, что в магазине продается, вот так, на полках. Вот, и так подъезжает иногда погрузчик. С полочки берет сверху, спускает вниз, когда оно так разбирается потихоньку. Вот эти мешки по 50 фунтов жасминового риса, они стоят $32 мешок. Вот эти мешки по 25 фунтов стоят 22. Так вот некоторые мешками берут. Я думаю, это больше для малого бизнеса, чем вот так для граждан. Вот это 20 фунтов стоит $14. Здесь у нас и из Индии народ, и из Китая, Вьетнама, они очень любят. Вот это за $8 25 фунтов. Вот за $26 50 фунтов рис. За $26 50 фунтов. А вот это 50-фунтовые мешки сахара. Вот стоит, значит, 19.29 за 50 фунтов сахара. Надо сказать, что в Америке, друзья, вам не надо сильно думать о том, что подарить людям. Потому что, что бы вы им ни подарили, они потом приходят, и вот видите, тут вот эта очередь, и они меняют. В смысле, сдают обратно. Вот эта очередь, вот она стоит там прям туда, до входа. Они встают и обменивают ваши подарки на деньги. Вот мы снова на паркинге, где сегодня не просто. Пока вот мы дошли сюда от машины, наверное, 3-4 было эпизода, когда прямо перед носом казалось, сейчас кто-нибудь кого-то стукнет. Но народ, в общем-то, бдительный, тормозит. Но так вот проскакивают, выскакивают. Не заехать было на парковку. Так вот сложно было. Вот вы видите, друзья, сколько тут всего на этой плазе. А мы с бумажными полотенцами фирмы Bounty. Это наша любимая фирма, да, Свет? Да. Да. Вот мы, собственно, в прошлый раз были, и вдруг не было Bounty, и купили что-то другое, мучились морально. Нет, она оказалась, не сильно хуже, но Bounty. Вот, мы любим Bounty. С этим мы и заканчиваем наш первый такой репортаж, можно сказать, в новом году.